аквариумное освещение. При покупке аквариума 260 литров и двух люминесцентных ламп 104,7 см FloraGlow 2800 кельвинов растения росли, излишки продавались на рынке, рыбы радовались, улитки-ампулярии плодились, электросчетчик накручивал киловатты. Это, пожалуй, правильное освещение для аквариумов, но света не хватало. Росли не только растения, но и водоросли, которые облепили все, что можно. Приходилось удалять каждую неделю. При установке двух светодиодных трубок 2700 кельвинов и двух 6000 кельвинов длиной по 60 сантиметров света стало очень много. Потребление электричества упало в разы, что очень радовало. Но со временем исчезли растения и водоросли. Так что выбор за вами.